Кроме значка Рено, эта тачка не имеет ничего общего с каким-нибудь дешманским Логаном. Большинство не привыкло видеть Рено в таком обличии. Типа, если сейчас убрать значок, то многие просто не угадают, как она называется. А по факту, это флагман от компании Рено. И они даже название дали пафосное – Талисман. Но и главное преимущество такого кузова – это огромный багажник. Тут самая ублюдская кнопка закрытия багажника. Напичкали ее всеми опциями. Начиная с подсветки салона, заканчивая массажем сидений с разными режимами для водила и пассажира. Понятное дело, интерьер салона спижен у Volvo, материалы дешман. Ну так она и стоит 1,5 мульта. Так в них еще бывает подрулющая задняя ось, проекция. Да, есть такая тема, что царь зверей, пи***а, елка, сыпучие ведра. Но опять же, тут надежный 1,5-литровый движок с расходом всего 5,5 литров. Такие машины именно для меня слишком скучные. Просто я считаю, чем работяга пойдет в салон за новый Vesta SV Cross, лучше пусть придет в салон под названием Автопассаж и прикупит себе такой талисманчик, который будет лучше по всем параметрам.